Добрый день, Давид. Я хочу сообщить о общем состоянии ребенка. Шахбоз у меня развивался 2 годам нормально. Развивался хорошо, но мы упали головой в подвал. Сказали, что, естественно, побежали врачам. Они сказали, все хорошо, никаких травм, ничего нет. Все нормально. Но после этого мы потихонечку-потихонечку начали забывать которые слова, которые мы знали. Это были отдельно, но 2,5 года мы вообще перестали говорить. Мучения были и показали руками и все. Нам поставили диагноз минимальная мозговая дисфункция. После этого задержка психоречевого развития и после этого дальнее время у нас аутизм. Ой. Шавоз любит пазлы собирать и прописи пишет по точечкам, только буквы знает. Считаем по 5. Маленькому, большому туалету проблемы нет. Команду выполняет отлично, но не могу сказать, что процент понимания. Про понимание не могу сказать на 100%. Когда я что-то скажу, ну, команду отлично, но что-то объясняю, он притворяется так или вообще не понимает. Ни с кем не играем, только знакомыми. Знакомыми редко видим. Вот. А обычно ни с кем. С сестричкой тоже не очень-то не играем. Иногда бывают звуки, иногда вообще непонятно. Я думаю, что только я понимаю речь Шахбоза. Буквы перепутает, отдельное слово, иногда бывает 2 слова, иногда, ну, разное, по настроениям все. Но все равно я вам благодарна за то, что вы даете надежду. Мы в прошлый раз не смогли никак не разговаривать 20 минут, но ощущение было вообще, не могу словам передать. Но все равно спасибо вам, даете надежду всем, тем, кто попал в такую ситуацию. Огромное спасибо.